Доброе время суток всем. Предлагаю вашему вниманию обзор мультитула от компании Gerber, модель Crucial Tool. Модель поставляется вот в такой вот простенькой коробочке. Мультитул поставляется сразу в коробке, без каких-либо кулечков, упаковочек и инструкций. Хотя, возможно, инструкция просто была утеряна при передаче мне мультитула. Сам мультитул имеет довольно компактные размеры и помещается в ладонь. Сравнить его можно по размерам с Leatherman Juice, но он несколько крупнее, длиннее его. Позже сравним их энерговооруженность. Первое, что бросается в глаза, это жесткая стальная клипса на мультитуле. Это с одной стороны. Потом у нас... Давай рассмотрим инструменты, которые у нас в нем есть. Первое — это карабинчик, он же открывалка для бутылок, о чем соответствует рисунок на инструменте. Фиксации он не имеет. Далее у нас есть лезвие, ножик с полусерейтерным лезвием. Для нарукава открытия имеется вот такая пластиковая штучка, шпинек. Но он пластиковый, просто вклеенный внутрь. Не знаю, почему нельзя было выполнить его стальным. Лезвие имеет замок типа лайнер. Сложить его, чтобы его сложить, надо нажать на эту пластинку, и ножик у нас закроется. Открывается одной рукой, он очень легко. Точно так же его можно и сложить одной рукой. С обратной стороны, с другой стороны у нас имеется два инструмента. Это плоская отвертка и крестовая отвертка. Оба инструмента имеют замок типа лайнер. Выполнен он на единой пластине. Оба инструмента с замками. Замок на плоской отвертке лучше отцентрирован, чем на крестовой. Крестовая на самом краешке хватает. Но тем не менее инструменты вполне нормально фиксируются в открытом состоянии. Их-то проблем с их работой не должно быть. Открываем сам мультитул. У нас получаются вот такие вот размеры его. Можем сразу сравнить с джусом. В принципе, размеры плоскогубца у нас практически одинаковые. На джусе губки более узкие. А так абсолютно все идентично. Губки не подпружинены. Люфтов нету. Губки сведены отлично, ровно. Имеется кусачка для проволоки. Вот такой вот маленький миниатюрный мультитул. Предоставлен для обзора компанией Fanaric.com, официальным представителем компании Gerber. Одним из официальных представителей компании Gerber. Мультитул, по заявлению производителя, имеет пожизненную гарантию, как и большинство ножей этой компании. Так что, думаю, довольно интересный мультитул, на который можно всегда повесить связку ключей, который всегда будет под рукой за счет своих маленьких компактных размеров, будет заметен за счет довольно яркого цвета и очень неплохого качества изготовления. Значит, модель от компании Gerber Crucial. Спасибо за внимание.